Весенняя охота. Какая картина представляется большинству охотников, когда они думают о весне? Раннее утро, ружье наперевес, стаи уток, возвращающиеся в родные края. Это, пожалуй, самый романтичный для охотников период. Весной существует лишь два способа охоты на селезни – охота с подсадной и с чучелом. Несмотря на всю привлекательность охоты с подсадной уткой, у большинства охотников нет возможности выращивать и содержать птицу. Поэтому все большую популярность приобретает замена подсадной утки чучелом. Сегодня в охотничьих магазинах достаточный выбор утиных чучел для весенней охоты на утку, как отечественного, так и импортного производства. Я прибыл в охотугодие заранее. Завтра открытие охоты. Предстоит много подготовительных работ. Начнем. Последний раз я здесь был года 3 назад. Сегодня у нас открытие в 0 часов 0 минут. Ключевую роль в эффективности использования чучела является определение места для расстановки. Наиболее эффективно применение чучел в обширных участках озера и реки, лишенных высокой растительности, где и собирают свои утки на дневку. Такие места нетрудно определить, если на утренней зорьке обратить внимание на направление лета утиных стай, причем ориентироваться нужно на низколетящих уток. Верный признак того, что место дневки недалеко. Перспективное местечко. Предлагаю обосноваться здесь. Ветер в спину. Отличное место, мне кажется. То, что надо. Скрадочек, видавший виды. Грязный уже весь такой, убитый. Ну, рабочая лошадка. Стрельба будет вестись в двух направлениях. Выбрал место, мне кажется, перспективное и классное. Дело за малым, расставить надо чучела наши. Займемся лодкой и расставлять чучела. Погнали. Процесс идет. Заодно и тренировка с коротышами. Стремно плавать. Надули лодку, собрали схему расстановки чучел. Расскажу немного об оснастке, которую буду использовать на этой охоте. Активная подвижная оснастка чучел Astra. Чучела, применяемые в данной оснастке, полнотелые, в натуральную величину дикой утки. И благодаря легкости материала вес одного экземпляра составляет всего 80 грамм. Упакованная в сумке оснастка из 11 чучел с якорями весит всего 3 килограмма 100 грамм. Чучела не портятся при попадании заряда дроби, легко ремонтируемы и не истираются при перевозке. Голова чучел съемная и прочно укладывается в тело утки, благодаря чему тушки занимают минимальный объем при транспортировке и хранении. А универсальность чучел дает возможность установки различного поворота головы. Оснастка имеет назначение максимального сокращения времени на расстановку и сбор чучел уток – 10-15 минут, что увеличивает время охоты и сокращает ваши силы. Оснастка из 11 чучел позволяет использовать классические схемы расстановки на воде – клином, крючком, подковой и универсально по способам применения с лодки, каноэ, с берега или забродным способом. Еще один немаловажный штрих – установка чучела ворона неподалеку от скрадка. Это ослабляет бдительность уток при подлете и осадке желанного трофея на воду. Я прибыл. Все приготовления подошли к завершению. Чучела стоят как положено, скрадок стоит надежно. День подходит к завершению, и нам остается дождаться только рассвета. Наступило открытие охоты. Мы находимся в скрадке, расставили уток вчера. Посмотрели, как они налетают. Налеты были. Сегодня с утра уже был один налет.
прогрели стволы. Ну, далековато, кстати, было. Ну, так, пару раз стрельнули. Руки погреть об стволы. Время раннее, часов 5 утра. Ждем, пока оживет это болото. И начнутся нормальные налеты. Надеюсь, все будет отлично. Друзья, не судите строго. Сам налет и выстрел показывать не буду. Это связано с многочисленными осуждениями со стороны зрителей. И да, охота состоялась. Вот такой замечательный селезень. К сожалению, один. Но может быть и достаточно, если каждый раз добывать много утки. Ее с годами может не стать. А для того, чтобы покушать, вполне достаточно. Я считаю, сезон охотничий я открыл отлично, с трофеем. Охота продолжается. Это был первый день открытия. Селезень наш сегодня вечером пойдет в котелок. Мы будем готовить шулюм и с удовольствием его съедим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А мы пошли готовить нашего селезня. Охотитесь чаще и кушайте те продукты, которые добываете вот таким способом. Удачи, пока!